Всем привет! Добро пожаловать на канал «Кухня на любой вкус». Предлагаю вашему вниманию простое, быстрое и очень ароматное постное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина. Нарезаем полукольцами одну луковицу. Отправляем ее на сковороду с растительным маслом. Добавляем половину чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара, половину чайной ложки куркумы и половину чайной ложки приправы карри, а также одну чайную ложку кинзы. Все перемешиваем и жарим на среднем огне, периодически помешивая минут 5. Далее нарезаем крупно 500 грамм картофеля и 300 грамм тыквы. Отправляем овощи в сковороду и наливаем воду, чтобы она покрыла овощи, примерно 1 литр. Готовим под закрытой крышкой на небольшом огне минут 10-15, затем крышку снимаем и готовим еще минут 10-15, в зависимости от размера картофеля. Блюдо очень ароматное благодаря специям и несомненно вкусное. Я желаю всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал «Кухня на любой вкус» и до новых встреч!